Артистка готовит все к своему выступлению, а наш праздник продолжается, и мы сейчас увидим изумительное зрелище, которое является подарком всем нашим гостям. Итак, воздушная гимнастка, артистка цирка Елена Юрлова. Опыте, что ли? Не в размере члена, не в размере родителей. Thank you.
Спасибо. Спасибо за подарок. Наши аплодисменты и слова благодарности вам.